Москва, 26 июня, РИА Новости. Погода с переменной облачностью и температурой до плюс 27 градусов ждет москвичей 26 июня, сообщили РИА Новости в погодном центре ФОБОС во вторник. Погода в столице сегодня хорошая, будет определяться скандинавским антициклоном, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня в столице поднимется до 25-27 градусов, по области 23-28 комфортного тепла, сказал собеседник агентства. Ветер будет северный со скоростью до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.